Всем привет, друзья! Сегодня я буду в роли таксиста и попытаюсь каждому из клиентов подарить незабываемое ощущение от поездки. И в конце ролика я подведу итоги, сколько мне удалось заработать за обычный день таксиста. Всем рекомендую досмотреть этот ролик до конца и всем желаю приятного просмотра. У меня уже заказ, и я погнал. Вы такси, да, вызывали? А, это вы? Да. А, ничего себе. А что там написано, что вы серый? А сегодня бонус от Яндекса. Все, типа, на таких машинах ездят? Да. Вы с Яндекса? Да, да. 752? 752, да. Это что за прикол какой-то? Нет, Яндекс раз в 3 месяца просит, чтобы таксовали самых лучших клиентов. Вы такси заказывали? Да. Hyundai Solaris? Да. Да, вот, я приехал. Ага. Один назад. Ну да, вы можете положить вещи там сюда, да, и... Ага. Здрасте. Здрасте. Пристегнуться надо. Такси ты вызывал? Это место Hyundai Solaris? Да. Здрасте. Привет. А я еще номера смотрю, удивился. А тут вообще по-другому, оказывается. А тут вообще удивился в 2 раза, да? Вы такси вызывали? Круто? Да. А в Новороссийске всегда крутое такси. Да ладно. Да. Первый раз вам приезжает такая машина? Ну да, ко мне первый раз. Тем более после того, как я отработала 11 лет в такси диспетчером, это действительно редкость. И такси вы заказывали? Да, да, вот. Серьезно? Да. А, возьмите, пожалуйста. Давайте. Сейчас упаду. Так, так и надо было. А ты куда? А, понял. Че, понял? Ты едешь, нет? Да поехали. Может, я поеду лучше? Короче, давайте, кто быстрее, блядь, сел, тот и поехал. Езжай, второй, назад, кто? Стой, второй, назад, кто? Все. Все, сзади места нет. Все. Охуеть. Мы сели в ебаный кэтер. Почему ебаный? Это охуенная машина, я ее хочу, я мечтаю о ней, блядь. Реально? Серьезно, я говорю. Ты катаешься, я просто говорю, я машина-дрочер, меня вот этот глушитель меня в мурашки кидает. Здравствуйте, вы вызывали такси? Hyundai у нас сломал, сегодня на нем таксуем. Как раз по мне машинка. Давайте пристегнемся сразу. Ты сфотографируй, будет смеяться. А вы такси заказывали? 752? Да. Это я. Я сейчас попалась. Пристегивайтесь. Конечно, я уже боюсь. Хорошо. Что, вам первый раз попалась эта машина? Да. Это типа крутая считается, да? Не знаю, это вы уже оцениваете, крутая машина или нет. Ой, вот это страшно. Сегодня вообще сложно танцевать. А че так? Ну никто не узнает. Это вообще считается самое быстрое такси в Новороссийске. Спорт плюс называется тариф. Выгодно на такой такси? Третий день таксую. Пока 10 тысяч в минусе. Спокойно.
Знаешь, что это за машина? Вообще не знаешь? Нет. Даже пример. Я в шоке. Ну как ты машина? Откуда же я знаю? Например. Я не знаю. Ну отгадай. Ну не могу я отгадать. Если отгадаешь, что за машина, поездка бесплатно. Вот на руле я вижу GTR. Ну а что? Ну а что это значит, я не помню. Nissan. Nissan? Да. Угадал. Догадывалась. А сколько сегодня? 1000. А расход какой? Не знаю, это просто 40. Не против, если бы снимаем? Да, снимаем. Ебучая.
Еба! Она прям управляется нормально. Написано 8 минут ехать. Можем за 2 доехать. А? Можем за 2 доехать. Нет, пожалуйста, не надо за 2. Страшно. Да, сложно, короче, водить здесь в Новороссийске. Ну, это с другого города. С Анапы. Интересно, да, поездка получилась? Там графа комфортное вождение, вы, надеюсь, 5 поставите. Конечно. Ну, еще раз, вдруг я там не вышла. Так, завершили мы 4-й наш заказ. Он у нас получился успешный. Нахрен знает сколько, я потому что не разбираюсь здесь. Спасибо. Спасибо. У меня заказ. По какому? А? Как по классу, блядь, здорово. У меня Спорт Плюс. Это где, Новороссийске? Ну вообще с Москвы люди заказали сюда. А. А в Москве Спорт Плюс еще работает. А у них сколько минималка? Посадка сколько у них? Посадка? Да. 500. А километраж? Километраж? Ну короче, вот сейчас в среднем заказ рублей 800 выходит. Ты здесь? Да. А кто-то заказывает его? Да. Ну, в российском, наши? Да. Сифон. Тысяча лошадиных сил. Нихуя себе. Вот сейчас заказ опять. 870 рублей. Куда едет? Едет куда? Не знаю куда. Все, спасибо большое. Очень классно. Сейчас фотку. Хорошо. Сразу новый заказ. Сколько по времени еще доехать? Ну, мы быстро доехали за 13 часов. Да? Да. Не надо мне сдачу, спасибо, спасибо вам большое. Целых 90 рублей оставили. Да. Раз. Ну просто грех на такой машине проехаться и 115 рублей вам давать. Ну да. Спасибо большое. Удачи вам. И вам. А, все, вроде же здорово. Надо, на бензин. О, спасибо. Сегодня много щедрых на чай оставляют. Ну, видимо, знают, какой расход на машине. Спасибо. И пакетики можно? Раз и два. Спасибо большое. Все. Хорошего дня. И вам до свидания. Вот так второй человек подряд оставляет стоимость самой поездки. Поездка 100 рублей, оставляю 200. Че, вы кайфанули? Да. Охуенно. С вас по 1500. Нету. А сколько есть? Сколько у тебя есть билет? И чё вы, слышишь? Сколько лет вам? 16. 16, 9 класс закончили. В натуре? Да. И чё вы, дрочите уже? Давно. В гости не писали. Хорош. Да, я не знаю. Как? Артём. Что скажете? Артём бахуя. Это в трёх словах. Бля, ну это реально клёво. Позови Вову! Вову позови! Вову позови! Вон бежит! Это Вова, позови его! Это мой одноклассник. Сейчас он, ебать, выпадет, блядь. Мы тебя зовем, ты чё? Перелази, садись, поехали. Ты едешь, нет? Ты за рулем. Погоди, я. Поехали, ну. Ебать. Ты едешь? Да, я еду. Ну давай, садись, чё ты. Только на заднее. Ну да. Ты прикинь, как сейчас все в ахуе. Ладно, давай. Прикинь, как сейчас я в ахуе. Ебать! Да! Это
сколько она до сотни? Это меньше 3 секунд она? 2,8. 2,8, пиздец. Говорю, я ее увидел, я думал, все, бля, я в панике был. Я думал, ты шутишь, потому что я в Москве живу, там тоже, знаешь, так катаются, но обычно, типа, подшучивают. Я говорю, первый раз сижу в кеттере. А тебя как зовут? Меня Влад зовут. Влад? Да. Все, я погнал, короче, чел. Давай тогда, Влад, спасибо большое, то, что покатал. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк. Давай. Удачи, успехов тебе. Да. А сколько можно на ней ехать скорости? 340 км в час. 340, да? Ну, она же такая обтекаемая. Да, спортивная машина. Я вижу. Слушайте, здорово, необычно, да еще золотая. А у нее марка как она? Это Nissan GT-R. Какая приемистая. Ой, спасибо, прям класс. Ощущение приятное очень. Я очень быстро ездила. Любите? Да. Это мы можем сделать. Нет, я переоценила свои силы. У меня всю жизнь водители были. Я очень любила быструю езду. Но в вашей машине вообще другое ощущение. Я, оказывается, не знала, что значит быстро ездить. Это все надо чувствовать. Отлично. Мне кажется, эти девчонки даже мне завидуют. Удачи вам. Спасибо огромное. Вам удачи. Спасибо. До свидания. А что это за машина? Ну, как думаете? Представления не имею. Я не смотрела на значок. Вот значок. Я не знаю такое. Это Nissan GT-R. Типа маслка. Спорткар. Я тут неделю уже там все. 3 аварии. У вас? Нет, он сегодня выходной. Понятно. В принципе, можем сейчас за Ираклием заехать. Да, хватит о вас, достаточно. Он, кстати, все 3 аварии, все у него. А что так? По городу 150-170 в среднем ездит. Ну, понятно. Почему? Так что вам, в принципе, еще повезло, что не Ираклий. Зачем так ездить? Не знаю, он такой горячих кровей парень. Мы с ним еще на гонке катаемся. Кстати, гонки будут вечером, можем на гонке поехать. Я могу на это смотреть. На гонки? Когда у вас появляются дети, вы этим перестанете заниматься. Гонки, подводное фото. Ну, смотрите, Ираклию 25, у него двое детей, он их с собой на гонки. О боже, как же. Он еще видео показывал, как он был на этой машине, на гонках. Мой ребенок вот тут трясет, и он за рулем. Красавец вообще, ужас. В Германии музыкальная дорога. Может, мне бы доводилось как пенсионера поедем, что-то пенсионер? Да. Спасибо большое. Безопасность не надо сдать, чтобы безопасное по месту. Или в качестве, пожалуйста. Сейчас. Как открываться? Вот так, раз. Спасибо. До свидания. Ну что, завершаем мы день таксиста. И если подводить итоги, то за 6-часовой рабочий день у меня получилось натаксовать 1800 рублей. И на бензин у меня ушло примерно 3700. Немного невыгодно поработал, но ничего. Надеюсь, вам понравилось это видео. Ставьте лайки, оставляйте комментарии. Напишите, снять ли вторую часть и вообще было ли интересно. Всем спасибо, кто досмотрел до конца. Всем пока.